Однажды Эф решил поиграть в снежки. Эф, все не то. Я что, в этом пойду играть в снежки? Ничего не подходит. А в магазин идти совсем не хочется. Вот был бы такой чудо-шкаф. Открываешь, и вся нужная одежда уже там. Это фабрика по производству одежды. Она больше шкафа, но все нужные вещи придумывают и шьют именно здесь. И ненужные тоже. Настоящая парикмахерская для овечек. Когда овцы обрастают шерстью, ее состригают, а потом расчесывают в специальной чесальной машине. Стрижка. Сахарная вата! Ее, оказывается, делают из шерсти. Круглая. После расчесывания шерсть становится очень воздушной, похожей на облака или на сахарную вату. Но шерсть вся белая. А если я хочу красный свитер? Нужно найти красную овечку. А можно просто покрасить эту. Кастрюли какие-то. А когда уже свитер будет? Так зима кончится. В первом чане с краской шерсть кипятят, а во втором охлаждают. Теперь осталось высушить, и можно делать нити. Именно из них делается вся одежда. Вот из этих ниток и получится свитер. Много свитеров. Свитер из шерсти овечек. А еще можно из чего-нибудь делать одежду. Еще нити делают из хлопка и шелка. Гусеницы шелкопряда, пока не стали бабочками, плетут нить. Потом из разных нитей делают ткани для одежды на любую погоду. Еще пару кругов, и будет свитер. Катя, не путай Эфа. Свитера делают совсем не так. Теперь за дело берется дизайнер одежды. Все платья, брюки, шапки и свитера придумываются именно здесь. Дизайнер одежды рисует эскизы, подбирает цвета и узоры. Дизайнер одежды. Мне вот такой, пожалуйста, из красок ниток, а не вон там. Только пусть там будут снежки, вот такие. Не так быстро. Сначала делается выкройка, части, из которых будет состоять наш свитер. Затем они вяжутся на станке, а узор можно выбрать и добавить на компьютере. Выкройка. Круглая. Похоже, что станок забыл собрать свитер. Теперь по этому образцу свяжут много свитеров. И мне хватит на много зим. Отлично. Но потом весна будет и лето. Они сделают столько одежды, чтобы мне хватило навсегда. Конечно! На фабрике работают много станков и много людей. Одежды, которую они делают, хватит на всех! Эх, попрошу папу заехать и забрать все эти свитера. Пора играть в снежки! Эф, к моему свитеру нужна еще шапка.
Однажды Эф обнаружил загадочную коробку. Эф, днем рождения! Главный подарок. Я научу тебя плавать. Скорее на море! Катя, Эф, это не море. Это аквапарк. Здесь много бассейнов, горок и пляжей. Отличное место, чтобы купаться или учиться плавать. Круглая. Эф, молодец! Спасательный жилет поможет держаться на воде, если не умеешь плавать. Но это детский бассейн. Здесь не глубоко, и вода очень теплая. Спасательный жилет. Эф, давай, ты сможешь. Эф, не волнуйся. Невозможно выплескать всю воду из бассейна. А выпить можно? В бассейн постоянно доливается новая, чистая вода. И даже если все эфы города будут учиться плавать и расплескают всю воду, довольно быстро бассейн наполнится снова. Нужно что-то поглубже. Кажется, глубина подходящая. И волны настоящие, только маленькие. А можно побольше? Можно и побольше. Волны делает специальная машина. Волновой грузовик? Не совсем. Волновая машина всасывает много воздуха и вдувает его в бассейн. Она может делать волны любого размера. Волновая машина. Наверное, лучше поискать другой бассейн. Смотри, какие горки! Бежим туда! Катя, нужно подождать, пока горка освободится. Это техника безопасности, за которой следит инструктор. Какая грустная у него работа. Катя, не бывает грустных работ. Инструктор, проверяя, все ли работает правильно, сам катается на всех горках аквапарка. Инструктор. Почему в горке течет вода? Трубу прорвало. Вода нужна, чтобы лучше скользить. Для разного возраста и роста разные горки. Закрытые и открытые, прямые и закрученные. И даже гигантские горки. Самые лучшие. Горки. Катя, время надевать спасательный жилет. О, круглая. Ура! Эф, отличная идея! Надувные круги тоже помогают держаться на воде. Круг заполняют воздухом, а воздух легче воды. Поэтому круг не тонет. Надувной круг. По-моему, ты отлично научился плавать. Эф, отличный день рождения! И еще один подарок. Сюрприз! Что? Волны побольше? Можно и побольше! Ура! Ура!
Однажды Эф поменялся. Ого! Привет, бабочка! Привет, Эф! Ты теперь бабочка или пират? Или... О! Эф, я поняла! Ты бабочка-пират! Тогда тебе нужна команда и корабль! Скорее, куда угодно дверь! Это место, где оживают сказочные герои и происходят настоящие чудеса. Сюда приходят за невероятными приключениями и фантастическими путешествиями. Это логово бабочек и пиратов? Наверное, внутри их полно. И сокровищ. Это театр. Сокровищ в нем действительно много. И пираты встречаются. Так-так-так. И где тут живут бабочки-пираты? Эф? Эф украли! Надо срочно его спасать. Ага, пиратская бабушка. Она знает все. Все, кто приходит в театр, проходят через гардероб. Место, где можно оставить верхнюю одежду и другие вещи. Эф ни за что не отдаст свои вещи. Тут его точно нет. Гардероб. Пиратский ресторан! Катя, перед спектаклем здесь пьют чай короли, бабочки, пираты и обычные зрители. Это буфет. Это обычные бабочки пьют чай. Скучновато. Буфет. А где же все-таки Эф? Здесь начинается волшебство. Можно стать кем угодно. Гримеры меняют внешность, а костюмеры подбирают любые наряды. Гример и костюмер. Место для пиратских сборищ. Спрячу здесь и подкараулю их. Карамба! Эф будет свободен. Катя, мы в зрительном зале. А эти кресла для людей, которые придут смотреть спектакль. Зрительный зал. Так-так-так, пиратский спектакль. А это что за шторка? Это не штора, а занавес. Он открывает сцену, место, где происходят чудеса. Именно на сцене идет спектакль. Занавес. Эф нашелся! Теперь ты летаешь, как настоящий бабочка-пират! Катя, на сцене можно все! Летать, как бабочка, прыгать через дома и даже прятаться под землю! А еще можно засыпать все снегом, залить дождем и устроить извержение вулкана! Но все это будет понарошку! Потому что это театр. Так, все. Я тоже хочу быть пиратом. Ты с бабушкой. Катя, может быть, актрисой? Точно, актрисой. Я спасу тебя, Эф. И море плоское, и корабль тоже. Чудеса и бабочки. Катя, сад и море тоже понарошку. И называется все это декорацией. Декорации. Вот кто тут шторм устроил. Это вы тут главный? Это режиссер. Он придумал спектакль, все чудеса и спецэффекты. Режиссер. А теперь время наших спецэффектов. Эф, никуда не расползаемся. Начинаем репетировать новый спектакль про гусениц-космонавтов. Чур, я режиссер.